Теперь рассмотрим э, построение главной страницы. Вот эта кнопочка Front Page Builder позволяет редактировать вот все эти элементы. Такого нет э, у, в Moodle стандартном, э, нет в других темах. Давайте мы рассмотрим, как это делается подробнее. Для этого администратор нажимает на кнопочку Front Page Builder и э, видит вот этот вот набор э, таких структурных элементов, секция, ряд, колонка и графические элементы в этих колонках. Вот так устроены: Опять ряд. Вот этот ряд состоит из четырех колонок. Первый состоял из двух колонок, и в каждой колонке есть различные элементы. Обращаю внимание, что между элементами можно вставлять разные, разные интервалы. Давай, давайте мы сейчас добавим ряд какой-нибудь. Вот этот ряд предлагает нам или по всей ширине вставить э, какой-то графический элемент, или разделенный на две части, на три, на четыре, на три э, с выделением центральной страницы, на две левая выделена. Вот такие пропорции можно выставить на главной странице. Допустим, мы хотим выставить вот такой ряд из двух колонок. Автоматически колонки проставились. <coughs> <coughs> Что можно добавить в каждую колонку? Можно добавить элемент. Вот набор этих элементов. Аккордеон, предупреждения, анимированные цифры, объявления на сайте и так далее. Вот это надо пробовать. Каждый из них показывать а, можно, но это будет очень долго. Инструкция а, есть. Я высылал эту инструкцию. Можно самостоятельно разобраться. Например, мы хотим а, вставить а, анимированные цифры, то, чего у вас сейчас нет. А, и здесь тоже анимированные цифры. И добавляется элемент. Вот он, элемент э, с какими-то цифрами. Допу допустим, у вас э, 1368 обучаемых. Э, число обученных. Это ваша гордость. Вы хотите это показать под заголовок э, за время работы школы. Если хотите, можете выбрать еще иконку. Вот набор этих иконок. Вы э, выбираете эти иконки, если хотите, можете удалить. И заголовочек он по умолчанию вот такой английский. Вы это технический для администратора. Вот вы его э, создали и тут же сохраняете и смотрите результат в, в отдельной вкладочке. Я рекомендую всегда смотреть. Результат. Где эти цифры? Вот число обученных за время работы школы. Вот э, этот, э, вот эта иконка, вот эта цифра, увлекательная, и вот этот текст, который вы выставили. Если вы хотите э, отредактировать, вы можете отредактировать этот элемент, э, включить вкладыш стиль. Например, цвет цифр сделать красным, цвет иконки сделать зеленым, цвет заголовка сделать черным, цвет подзаголовка тоже черным. И цвет фона выставить светлым, белым. Сохранить, сохранить, то вы... После сохранения тут же увидите свой э, результат редактирования. Вот видите, я поменял, э, поменялось все. Э, соответственно, этот элемент вы можете э, сделать его дубликат, вы можете его э, перетащить э, куда надо, можете его удалить, отредактировать. Вы можете всю эту строку удалить или сделать ее дубликат, если считаете нужным. Вы можете изменить настройки этой строки. Кто видит эту строку, например, только залогиненные или только гости, или все подряд. Это тоже важно. Вы можете эти заголовки настраивать, писать какой-то текст. Менять стиль вот этих вот колонок. Я там а, делал цвет, подсвеч, подсвечивал, если помните, у меня вот это вот подсвечено серым, это белым, это опять серым. Вот это я через стиль делал подсветку. Удалю я этот ряд и сохраню. И тут же посмотрю, если обновлю, тут же все мои изменения. Сохранили все, этих анимированных цифр нет. Теперь посмотрим, что тут сделано. А, тут сделано, как просили по образцу, а, вставить вот этот вот заголовок, этот текст и вот эти вот блоки с картинками. Как это было сделано? Итак, эта секция состоящая из двух колонок. Раз и два. А, здесь есть текст с заголовком и сам текст. Вот этот текст я через добавление добавлял текст. Вот он добавлен. И тут тоже текст. Этот текст вот он вставлен. Через буфер отредактировали. Его можно тут менять. Все тут уже нормально. Меточку о проекте. Это чисто техническая меточка. Вот этот заголовок я ставил пустым. Uh, и все, uh, и все, вот так получился вот этот заголовок и вот этот текст. Uh, здесь у меня нужно было вставить элементы с картинками, box images. Вот я добавлял вот этот uh, box images, вот он, uh, вот он добавлен, и пошли в него его элементы, uh, только box images. Картинки блоки с картинками. Вот так вот удаляется лишний. Добавляется и вот так вот составляется. Выбирается картиночка. Картиночка стандартного размера. Вот тут уже картиночки загружены. Чтобы добавить еще картиночку, нужно загрузить оплод. Сюда методом drag and drop или вот так вот загрузить. Я предпочитаю drag and drop какую-то картиночку, например, вот так вот беру и перетаскиваю. И после этого, есть нюанс, нужно нажать на кнопку «Сохранить». Он спрашивает, уверены, да, вот это пошло, «Сохранение». Вот такой нюанс тут есть. И «Закрыть». После этого ваша картиночка, вот она, добавляется. Вы выбираете эту картиночку, и э, с ней работаете. Но я не буду сейчас менять. Давайте я добавлю какую-то другую для понимания. Добавить элемент. Вот он добавился. Какую-то картиночку. Например, вот это. Текст соответственный. А ссылочка, если есть, я ее добавляю. В каком окне? В том же самом или в другом окне? И сделаю пометку, что это проба. Это у меня тренировка для показа, чтобы показать вам. Сохранить и вниз тоже сохранить все. Посмотрим, что изменилось. На главной странице произошли изменения. Вот эта картиночка добавилась. Проба. Она низкого качества, поэтому она так вся плохо работает, у нее красный цвет, это можно цвет э, отредактировать в этой пробе. Вот меняется соответственный цвет, э, прозрачность, сохранить. Так, и если нажать на сохранить внизу, то изменения эти будут видны. Не получилось. Значит, не сохранил. Значит, я не изменил цвет. Да, я цвет не изменил. Нужно нажать на зеленый и сохранить. Сохранить. Так. Сохранить. Причем полупрозрачный. Сохранить. Ну и так, и так вот будет сохранен. Удалю я эту лишнюю картинку. Какой здесь есть нюанс? Во-первых, вот эти расстояния вверху-внизу, вот эти гэпы, э, можно добавлять через добавление элемента. Вот этот гэп ⁇ это интервал. Этот интервал тоже настраивается. Вот по этой шестереночке можно вот этот размер менять, повышать. Это интервал между строчками. А, что еще? Вот здесь... А, Вот здесь обратите внимание, в документации это плохо расписано, есть три типа стиля, первый, второй, третий. Если выбрать первый стиль, то будут вот такие вот надвигающиеся, увеличивающиеся масштабы, и полосочка двигается, расширяется. А есть другой стиль, если его выбрать, сохранить, это я говорю про box images свойства, и сохранить, то у нас стиль поменяется. Вот если обновить... Вот такой стал стиль. Если выбрать третий вариант стиля Box Images. Это надо все пробовать. А, тут число колонна, кстати, выстроено 2. А, и если сохранить это третий вариант стиля, то мы увидим после обновления следующий вариант. Вот такой. То есть у нас тоже увеличивается изображение, но заголовочек, подсвеченный разными а, цветами, находится фиксировано внизу. Поэтому мы возвращаемся, box Images, свойства а, тип выставляем один и получаем то, что хотели по образцу. Вот обновляем и у нас стиль этих блоков снова вернулся на место. Ну и что еще здесь у нас есть? В принципе, вот по этому образцу вот ряд из четырех колонок. Вот тут вставлены э, эти пустые строчки, чтобы не налипало. Вот это пустые строчки вот здесь, вот здесь. Вот тут можно еще добавить гэпы. А, бокс икон. Вот эти бокс икон, я делал через добавление элемента, добавлял бокс икон, вот этот бокс икон, вот это. Вот они уже добавлены, а в них вот эти структурные элементы. Заголовок, вот он. Сам текст, вот он цвет у всех одинаковый розовый, можно поменять на другие цвета. Это базовый цвет, есть вторичный цвет успеха, цвет, цвет предупреждения, информации, опасности, инверсивный, то есть наоборот. Это надо пробовать играть. И здесь же можно вставить ссылку, которую вы не дали, но можно вставить, и везде здесь будут ссылочки. Если ничего не ставить, то ссылочки не будет. И с надписью «Подробнее». Вот эти вот элементы выбираются вот так. Как выбирается иконочка? Вот здесь по шестереночке выбираете Select Icon. А вот здесь ракета. Вы входите в редактор этих иконок. Вот таких. Глиф иконочки серого такого стиля. И серого вот такого стиля. Выбирайте какие хотите. И они у вас будут видны. Повторяю, вот в этих шестереночках. Дальше, тут у меня просто вставлена строка, пусто, пустая строка. Кстати, вот эти все элементы можно перетаскивать вверх-вниз. Тут вставлено видео элемент, э, вот такой элемент э, коды, коды, код. Как я его ставил, вот это видео? добавил вот этот код и вставил туда фрейм. Казалось бы, программирование. Ничего, ничего подобного. Это никакое не программирование. Это вы берете ролик из YouTube. И у каждого ролика есть, э, есть код. Вот правой кнопкой мыши копировать HTML-код. И вы этот код сюда вставляете и сохраняете и вот эту меточку видео написал уже я сам вот так вот вы добавили видео а вот это видео вставилось а вот эти табы раз два три написали с ошибкой с маленькой буквы так же как и а, логотип с ошибкой я несколько раз писал можете сами оставить так как хотите но если вы захотите отредактировать а, вот этот вот элемент таб он был добавлен вот так. Добавить. Вот эти табы есть. Я его добавил. И в нем вот эти вкладочки. Первый называется ⁇ Дети ⁇ Нажимаете на шестереночку и редактируете заголовок, а текст. И все. Если хотите, можете туда еще и к этому табу добавить иконочку. Ну, например, вот такую. Сохранить. Мы увидим. Вот, видите, добавилась иконочка. Если нужно ее убрать, нажимаете на редактор. И через Remove убрали эту иконочку. Сохранить и еще раз сохранить. Вот так вы м -м, редактируете сами этот... Все, убралось. А, Все, что желаете. А что еще у нас осталось? А, тут у нас есть доступные курсы и объявление сайта. Вот эти два ряда собираются автоматически. А, вот эти новости вручную не формируются. Они формируются автоматически. У Moodle есть свой новостной форум, он особенный. Uh, он рассылается всем подряд, кто записан на сайт, uh, добавляется ряд к, uh, из одной колонки, заголовок, uh, и вот этот сайт announcement, вот я еще раз покажу его, сайт uh, announcement, вот, объявление сайта или новости сайта. Он сам выбирает новости. Вы только выбираете, сколько пунктов из новостной ленты вы хотите, чтобы автоматически собирался. Если хотите, то будет у вас карусель или список, или колонки. Сейчас включена карусель, так называемая. Сама она крутится. Автоматически из новостей берутся картиночки. Длина текста, длина описания, э, я выставил поменьше, покороче, дата этой новости и тип, э, тип в виде картинки и ссылки. Получается, что вот эта вот ссылка, вот заголовок и картинка, это ссылка. Где находятся эти новости? Давайте мы их откроем. Как вы понимаете, я туда сейчас разместил э, новости, новости разные. Точнее, новости демонстрационные. Вот эта новость. Вы, как редактор, можете ее отредактировать. Дать ей заголовок. Удалить эту картинку. Вот так вот через редактор вставить другую картинку. Выберите из хранилища, выберите из своего компьютера, заходите в свой компьютер выбираете любую картинку даже gif если хотите загружаете gif будет шевелящийся описание вот это важно убираете размер старайтесь делать везде одинаково например 500 ширина сохранить и у вас тогда м -м, вот ваша новость вот ваша новость вы редактируете эту новость Нажимаете ⁇ Сохранить ⁇ и у вас тогда... Сейчас обновим. Автоматически, вот, появился вот этот GIF. Это новость э -э -э, на главной странице. Повторяю, автоматически. Э -э, Администратор может... У него особое право, вот эти объявления сайта или новость, он может добавить новую тему. Вот эти вот пробные новости добавил я, чтобы наполнить вот этот блок новостей. А перед ним вот этот заголовок новости. И последнее, да, ну как работать с форумом, я не знаю, стоит ли сейчас говорить, просто кратко скажу, добавляете новую тему, пишите заголовок, пишите текст, разми, добавляете графику, отправляете и все, это э, автоматически рассылается на электронную почту всех участников. Так, и последнее, это курсы. Вот эти доступные курсы называются вот так, элемент. Э, элемент курсы вот курсы давайте добавлю покажу как он работает я уже один создал при создании нового необходимо выбрать показывать все или исключить что-то или включить что-то и выбираете айди идентификационный номер э, этой категории которую вы хотите показывать например вы хотите показывать э, курсы э, по подготовке к ЕГЭ. Вот эти курсы, видите, они у вас тут нормально все показаны. Вот этот ИД, идентификационный номер 6. Вы его сюда вставляете 6. А какие курсы показываете все по 8 а, пунктов на страничку и назовете его ЕГЭ. У вас будут показаны курсы ЕГЭ. Так, размещение здесь его. Карусель тоже пусть крутится в 4 колоночки. Тут 6 слов и тут 6 слов. Покороче, иначе там будет гигантский текст. Э -э вот эта настройка. Э -э -э картинка и текст будут ссылками. Э -э опции по времени, по паузам, по луп, э -э петля. Да, будет петлей бесконечно крутиться показывать навигацию следующую цену вот здесь не пишите если пишете то будет цена за курс сохранить кстати вот здесь цену за курс надо uh, убрать цифру убрать вообще тогда и не будет никакой uh, цены сохранить изменения вот мы обновляем нашу главную страницу и видим что мы добавили Популярные курсы были, а это не сработало. А сейчас не буду разбирать, потому что это и не требуется. Значит, не тот какой-то элемент показал. Я его сейчас, этот курс ЕГЭ, удалю. Сохранить. Вот, пожалуй, все, что нужно было по Front Page Builder. Вот эти вот все элементы у вас уже есть. Обращаю внимание, это все есть только у администратора сайта.